Не выдержу. Давай, давай, да, я увидел. Спасибо, что заметил. Сейчас попробуем навестись. Он уже очень близко. Он очень далеко отъезжает. Давай, давай. Он. Самолетик! Летик-самолетик. Иммигранты. Утёк, зараза. Ну все, он задуман. Можешь попробовать его там словить. Да, ну. Или вон там. Что сегодня у нас 29 апреля? Да, завтра наступит конец света. Почему? 2020 год, Харьков. Тык. Тык-тык-тык-тык-тык. Быстро перемещаются самолетик. Летик-самолетик. Ну, может, он разворачивается будет. Ну, давай на Луну наведемся. Сколько времени? Пойди посмотри. Время? Где-то 1:36-1:37 где-то так. Что? Время летит просто. А ты выгляну знаешь же самолетик, а сейчас сонду где-то так. Боже, бессмертное дуо. Папа смотрит на луну, а сынок выглядывает на самолетике. Чем заняться в карантине? Может, в школу хочешь? А, ты в школу хочешь, я помню. Да. Уже хочешь, да? Да, ну что делал со мной карантин. Я тут уже чумею. Очумелые ручки, да? Так, давай, отойду. Ты посмотри, как пол проседает. Но я ничего не вижу. Пол проседает? Кто такой пол? Пол Маккарти. Флэк Маккарти. Давай, давай, отойдем в сторону. Тришки вот что-то под нашими, в основном под моим ключ. Я кинотайки. Я буду смотреть на кошек, которые будут побегать. Реально, вот для чего нужен... Занятия на май тебе уже нашли, да? Да, мой май. Мэй-мэй. Так, это сейчас 382 тысячи километров до Луны. Это ты рис посчитал? Рис? Какой рис? Рис, рис. Срис, рис. Что котов нет? Ну, значит, это еще и на июнь занятие. Видишь, как хорошо. Ладно. Даже кошки сидят на карантине. Посмотрели на Луну. Вон облака там нехорошие. Зараза, не получилось сегодня снять. Жмель, Венеру, оса, Венеру, Венеру. То есть Венера, не Венеру, оса, а это. Ой, летает муха. Муха-цепадуха. А что было, если навестись на муху? Главное, не под мухой, собака. Занятие на июль. Не-не-не, это знаешь... Кликбейтное название. Разглядываю муху цикаду. Позолоченное брюхо зафиксируйте. Муха по полю пошла. Муха денежку нашла. Пошла муха на базар, нарушила самоизоляцию. Умерла, заразилась. Корова вирусом. Коробка вирус. А, где самолет? Летик-самолетик. Давай еще раз на Луну. Ну там самолетиков нету. Где? Интересно. А, вон она. Где Луна? Мы потеряли Луну. Где Земля? Мы потеряли Землю. Говоришь, шизофреник, потому что в самоизоляцию. 125 крат. Наверное, скоро будет и 150, и 200, и 300. Шуточки протракторист. Слушай, у тебя уже на алгу занят. Шутить про трактористов. Считать кратность оптики. Не, я на август вроде... Не, бледненько, не видно почти ничего. Не настолько...
Ладно, ну, бог с ним. Будем надеяться, Венеру хотя бы сегодня снимут и не найдут эти облака. Хотя как раз таки в эту сторону и ветер. Лады, 29-е. Владимирский централ.